Ковкалюк дал команду уничтожить любыми путями советников от нашей партии, начать с тех, у которых есть тот или иной бизнес, для того, чтобы заседание муниципального совета не состоялось. Их вызывают в центр по борьбе с коррупцией, они уже все стали обвиняемыми в уголовном деле, и все должны явиться с адвокатами 17 числа, то есть за день до проведения заседания муниципального совета. На котором должны определить мотив для проведения референдума Бельца и определить дату и как будет звучать сам вопрос, как будет стоять сам вопрос о моей отставке.